Здрасте. Здравствуйте. Ну как доехали? Отлично. Прекрасно. Нормально? Приключения, да. Да? А что у вас за приключения были? Доехали до Роттердама, там сели на другой поезд, доехали до сюда. Здесь пешочком прогулялись, нас чуть не сбила машина. Машина чуть не сбила? Да нет, просто по дороге прошлись. Приключения делают нас только сильнее. Мы поставили цель дойти пешком от аэропорта до гостиницы. Так, хорошо дошли. Сейчас мы будем это делать каждый день, утром и вечером. Здравствуйте. Добежали, здравствуйте. Когда я голодный, меня лучше не снимать. Понял. Ну и я тоже самое дошел. Самое интересное, что первое место заняли девушки. Первое место, говорят, девушки заняли. Они причем бегают быстрее всех. Маша. Вижу цель, не вижу препятствий. Это девиз Маши. When in Rotterdam do you need to go, sir? We need to go to the downtown, and the first priority we need to buy 12 SIM cards. Okay. Вот мы едем в Роттердам. Мария покупает симки. Скажите, нам нужно 13 симок. У меня есть с интернетом или... Нам нужно... Только интернет. Покупаем интернет для сотрудников. Сколько? 10? 13. 13. Тут даже в Голландии на русском языке в магазинах говорят. Больше, знаете, хороший customer service. Может быть, надо R? Сейчас посмотрим. Я сделаю. Подключились уже? Да. Сейчас работает. Вот сколько свежей рыбки. Ну что, дамы и господа, нам принесли небольшую тарелочку вот этого вкусного блюда. Всякие морские гады, которых мы сейчас будем употреблять. Вот вы, Галина, любите гадов морских? Да, морских тем более. А ты как к гадам относишься? Позитивно. Позитивно. Я к ним не относлюсь. Не относишься, да? Я просто ем. Ну ты их ешь, да? А Маша, а ты как гадов любишь? Главное, что не икра. Главное, что не икра. Черная. Просто про икру я только что им рассказал историю о том, как я отравился черной икрой. Поэтому главное, что не икра, а теперь употребляем гадов. Тарел, все делаешь. Не будет. Вырубаем. Ребят, видите, где тарелки? Не знаешь, где что. А после того, как мы покушали рыбку, мы зашли вот сюда, в Макдональдс. И в Макдональдсе купили кофеечку. KFC, KFC. Мороженое. Какое KFC? Макдональдс. Не наелись. Кофейку купили, да, не наелись мы рыбки, хотя там мы взяли на 10 человек, на пятерых, и нам оказалось мало. И мороженого. Макдональдсовское мороженое после рыбки – это самое то. Я правду говорю? Да. Я правду говорю. Вот. Что вы скажете, Галина? Ну, нет, это можно было... не хочу, мне и так нормально с рыбой. Можно было не лицемерить и сразу идти в Макдональдс, не заходить в рыбные рестораны. Вот именно. Вот такие вот дела. Филёвки. А вы рыба, рыба. Макдональдс, вот в чем суть. Вот в чем правда, брат. I love it. Вот кто тут рассказывает сказки про чистую, красивую Голландию? Посмотрите на эти улицы, господа и дамы. Вот что вы скажете про этот город, про этот пейзаж? Абсолютно нечего здесь делать. Вот. Галина, а вы что скажете? Я скажу, что в этом есть свое очарование. То есть это борьба со стереотипами. Ты думаешь, что ты приедешь сейчас в Европу, тут все абсолютно чистое, глазенькое. Вообще не к чему придраться, а тут хоп такое. В общем, идешь и придираешься. Мне прям нравится, да, вот прям. Nobody's perfect, nothing is perfect. Вот если посмотреть на окрестности вокруг, что вы скажете про местную чистоту, порядок? Вообще, как вам впечатление об этом городе Роттердаме? Мне кажется, мы сейчас в местном гетто. А какой мотив у этого гетто? Черненький. Мы начинали с арабского, перебрались сейчас в черный квартал. Будем смотреть дальше. Смотрим дальше. Ну вот, по-моему, районы гетто заканчиваются. Выходим уже в более-менее засаженные цветами райончики. Добро пожаловать в африканский верх, африканский квартал или рынок. Это мы гуляем по Роттердаму. Интересный город. Ну, симпатично так. Симпатично. Это мы ждем зеленого света, да?
тут поезд. То есть мы, наверное, как-то можем доехать туда, до того места, где мы живем. Да, мы знаем короткую дорогу. Очень короткую. Вы знаете короткую дорогу? Да. Доведете нас? Вообще доведем. Доведем недорого. Куда пойдет эта запись? Я хочу знать, куда пойдет эта запись. Что? Можешь не переживать. Вон, какая тут забавная реклама. Девочки, это климакс. Такое нельзя было не заснять. А что вместе Голландия по уровню жизни? Она туда. А вот если взглянуть в водичку, то, нельзя. То там плавает все. Вся химическая таблица Менделеева. Куда смотрит правительство города? Так, местный житель, выскажите, пожалуйста, еще свой протест. Я категорически против этого. Куда смотрит мэрия? Да приезжали здесь люди из этих стран. Есть над чем работать и что? Вы вообще-то согласны с тем фактом, что Голландия экологически чистая страна? Смотрите на... Да, только экологически чистая страна могла родить такой психодел. Какие психоделические котята? Это даже и непонятно, котики это, не котики. Вот, товарищи, подумайте, что хотел сказать автор вот этой психоделической картины на том столбе? У автора ночью случилась изжога, говорят. Мы дали название картине «Изжога». Известен автор, некто Дан Ботлиф. Это лекарство от изжоги. Корпорация немецкая Дан Ботлиф. Выпускаешь лекарство от изжоги, элементарно. Уже прочь, спят, они нам должны не знать. Ну и давай, быстрее, она наш предводитель. Большое перо. Орлиный глаз. Орлиный глаз. Китовий ус. Коготь филина. Ты сидишь на шее государства. Мы видим твои глаза. Вот у тебя снизу шея государства находится. И ты на ней сидишь. Зачем, спрашивается? Риторический вопрос. На него ответа не может быть. Картина Репина. Объелись. Вариант еще есть? Пушистая бровь. Пушистая бровь? Или не в бровь, а в глаз? Красивые брови, одна лучше другой. Левая бровь лучше правой. Да. Это реклама нашего салона красоты. А как ваш салон красоты называется? Страшная сила. Красота – страшная сила. Вот ради чего стоит приехать в Роттердам, поесть. Ради чего стоит приехать в Роттердам? Вокруг. Вот они, плетеночки. И все это великолепие окружает нас на каждом шагу. Про меня? Спасибо. Мы ходим и восхищаемся. Спасибо, не надо. Без аплодисментов, друзья. И вот последний столб в нашей композиции называется «Красное-синее». В стиле Кандинского, кстати, если посмотреть внимательно. Вы согласны? Это прямо вылитый Кандинский. Ранний Кандинский, да. Где-то 7. И не надо ни в какие музеи современного искусства ходить. Все на улицах Роттердама. Тут тебе и Кандинский, и Малевич, и Моне, и же с ними.